Всем привет! Сегодня третья тренировка направлена на проработку ног и ягодиц. Под ногами будем подразумевать верхнюю поверхность бедра, внутреннюю и заднюю поверхности бедра. Но не забудьте, что перед тем, как выполнять упражнение, нужно сделать разминку. Мы ее уже сделали. Поэтому переходим к первому упражнению – техника выполнения. Это упражнение противопоказано людям с проблемными коленями либо венами. Ставим любую ногу на поверхность. Стопа направлена вперед, колено не заходит за носок. Вторую ногу, согнутую в колени, выводим вверх, при этом делаем выдох. 30 повторений, 3 подхода, поехали. Раз, выдох, два, три, четыре, пять. Колено опорной ноги не заходит за носок. Шесть, семь, восемь. Вторую ногу поднимаем выше. Девять, десять. Еще раз, два. Каждый раз делаем выдох. Три, четыре. Веселей. Пять. Разогреваемся. Шесть. Легкое упражнение. Семь. Это вторая десятка. Восемь. Выдох. Девять. Следим за коленями. Двадцать. Еще десять. Раз. Два. Три. Выдох. Четыре. Пять. Ногу выше. Колено выше. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Тридцать. Аналогично будем делать на другую ногу. Следим, чтобы стопа полностью была на поверхности. Поменяли ноги. Поехали. Раз. Два. Веселей. Выдох. Три. Это всего лишь первый подход. Четыре. Колено выше. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вторая десятка. Выдох. Десять. Девять. Восемь. Семь. Следим за коленями. Шесть. Пять, четыре, три, еще два, один и еще десяточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Переходим ко второму упражнению. Все та же поверхность. Это может быть диван, стул, табуретка, любая подставка. Руки под плечами, спина фиксирована, то есть она не двигается. Начинаем с правой ноги. Выводим ногу согнутую в колени, пяткой вверх, при этом макушка тянусь вперед. Стараюсь таз убирать, спину не прогибать. Это у нас облегченный вариант, потому что у нас не совсем планка. То есть чем выше руки, тем легче делать. 30 повторений. Начнем. Раз. Ногу максимально вверх. Два. Пяткой вверх. Три. Четыре. Таз не отставляю. Пять. Шесть. Семь. Колено к колену. Восемь. Девять. Руки под плечами. Десять. Вторая десятка. Раз. Выше. Два. Макушка вперед тянусь. Три. Четыре. Пять. Нога вверху, значит выдох. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 20. И третья десятка. Раз. Два. Руки под плечами. Три. Четыре. Пять. Шесть. Спина фиксирована. Не прогибается. Семь. Восемь. Девять. Тридцать. Аналогично делаем на другую ногу. Мы поменяли ногу и поехали. Раз. Два. Три. Таз не отставляю. Четыре. Руки стараюсь держать под плечами. Пять. Шесть. Спину фиксирую. Семь. Восемь. Девять. 10, не забываю, таз не отставляю. Раз, два, выше, три, выше, четыре, выдох, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20, третья десятка. Раз, два, колено к колену, три, можно чуть-чуть вперед, четыре, пять, но сильно вперед не вывожу, шесть, семь, восемь, девять, 30. Это было упражнение для задней поверхности бедра и ягодиц. И веселее, переходим к третьему упражнению. Делаем приседания, колени и носки разведены, колени не заходят за носки. При этом при подъеме поднимаем ноги прямые вверх и касаемся руками носков. 30 повторений. Приступим. Это упражнение не только на ягодицы. Раз. Присед. Два. Ноги прямые вывожу вверх. Тут еще пресс работает очень хорошо, нижний. Три. Присаживаюсь. Выдох. Четыре. Сажусь. Можно делать без пять опоры.
на диван, тумбочку или стул. 6. С опорой нагрузка на колени меньше. 7. То есть, когда мы садимся на что-то, нагрузка на колени меньше. 8. Еще. 9. 10. Вторая десятка. 1. 2. 3. 4. И опять приседания. Выше ноги. 5. Веселее. Втягиваю живот. Развожу колени и носки. 6. Подъем. 7. Прямые ноги вывожу вперед. Махи делаю. 8. Еще. 9. Выдох. 20. Третья десятка. 1. Это всего лишь первый подход. Приседаю. 2. Выдох. Приседаю. 3. Ноги прямые. Аккуратно, колени не заходят за носки. 4. Продолжаем. 5. Выдох. 6. Можно опять же без опоры делать. Без 7. Без тумбочки, как у нас. Еще. 8. И мы ближимся к завершению. 9. И еще один разочек. Молодцы. 10. Это получилось 30 повторений. Первый подход. Каждое упражнение делаем 3 подхода. 3-4 подхода. И тогда ваши ноги будут, как всегда, в форме. Они и так в форме. Будут еще лучше. До новых встреч. Пока-пока.